Всем привет, с вами Евгеха, Шрек, Хапизор и Демастер. Всем привет. Всем привет. Всем привет. И мы сегодня будем грабить банк, набитый золотом. Постараемся пока по стелсу. Мы с Хэппи, а Евгеха и Демастер приходят снаружи. Значит, Костя у нас новичок, да. В грабеже банков мы его научим, у нас тут еще зелененький, он, видите, он в костюмчике, у нас уже без бронежилетика, вот он. Мы его научим, ничего, нормально, Костя, значит, смотри, да. Во-первых, чтобы надеть маску, нужно зажать G, но пока не зажимай. Сейчас зайдем за угол. Да, там... подсказка есть сверху, написано G to put on mask. Да-да, ну пока что не надо жать, потому что... Так, вот сейчас я зайду так, за угол, смотри, да? Евгех, ты тогда возьмешь эти... Слышишь, доски, ты возьмешь доски? Пакет. Нет, не доски. Вы уже маску, что ли, надели? Ё-май. Я маску уже надел. Не, тоже одевать? Куда ты ее одел, господи, зачем? Так, а ладно. Тихо, ребят, аккуратно. Главное, не подойдите на глаза никому. Ой, ты тоже с маской. Вот тут рядом, стойте. Так, тут камера. Тут камера есть. Стой, не ломай ее. Че такое? Слушай, тут надо под ней тогда ломать, да? Кость, видишь, вон с той стороны доски вон там лежат, видишь, Кость? Как ломать будем? Стрелять? В общем, стой, нет, ты не стреляешь. Нет, тебя... не стреляй. Костя, представь, что мы с тобой в Майнкрафте, вон те доски возьми, все, пожалуйста. Все, так, нормально. Слушай, далеко до них идти слишком, чувак. Да давай, бери доски, бери. Тихо. Доски те. Ребят, слишком все опасно. Нормально все. Вот те доски, да? Да, бери их. На что брать ты? На Е? На G, там на написано. Взял, сколько это, брать? Это, мне дрель добрать, все бери. Ага. Так, ребят, аккуратно, вы не спалите, главное, тихо, вы ждите, мы сейчас затащим. Куда так, я? Слушай, спустился. Поднимается охранник, стой, поднимается. Осторожно. Я вижу. Спустись. Со мной просто иди, все. Да, понял. А у меня только пистолет, я могу дружить. Не стоит пока вообще тебе доставать ничего. Стой, где он? Блин. Все нормально. Так, ребят, по рации, кто ответит? Ребят, у кого играет музыка на заднем фоне? Я отвечу. Сейчас я мешок, я могу мешки с трупами делать. Господи, ты вообще затрачился. Слушай, стой, а то, что тут... Не проходи. А то, что тут кровяка на стене, это нормас, никого не смутит? Это никого не смутит. Охранник, еще один! Убей. Не стреляй! Все, есть. Тихо, сейчас мешки из трупа. Стой, не входите, уйдите отсюда! Что это значит, что не входите? Это твоя хата, что ли, или что? Твою. Блин, милицию. Полиция увидела мертвое тело. Ядрит твою, Майнкрафт, ну что ж мы так? Так, всем лежать! Down on the ground! Лежать, сказал. Так, Евгех, кидай мешок, ставим дрель. Давайте, ставьте дрель, пацаны. Давайте, я пока заложник. Я пока сделал заложника на всякий пожарный. Я ставлю дрель. У меня карточка есть еще этого. Отлично, карточку. Down on the ground. Костя, смотри. Берешь, жмешь F, чтобы они легли на F. И потом зажимаешь F и наручники на них делаешь, понял? F и как? F, да, ты бежишь. F. Так, на клавиатуре русская буква А. Да я понял. Вот. Потом зажимаешь на них букву F и их связываешь, понял? На тех, на ком нет наручников, ищи. Понял. Только за что, менты уже подъехали, сейчас меня стрелять. Нормально. Ты вглубь уходи, беги сюда. Вот, это видишь? Карта, о, вижу. Подойди к ней, F зажми. Вот к ней. Да, вот, вижу. Да, завязываю наручники. Все, нормально. Ребят, если что, мы немножко позаработали себе уже на хлеб тут некоторые, вот. Отлично, я тут еще собираю купюры. Я уже лично 36-й левел в этой игре. Я, в принципе, 27-го, то есть я недолго играл, да? Так, и мы сейчас проходим на уровне Very Hard, кстати говоря. Да, пацаны, привет. Very Hard? С самого начала? Это легко. Нормально. На самом деле, если бы вот не новенький, ну, вот демастер надо привыкнуть, и тогда будем, я думаю, играть уже на оверкиле вполне пацаны, реально. Пацаны, здесь такие крутые дядьки прибегают. Так, ну хорошо, смотрите, Костя. Отмечайте там, если что, счета выглядит. Бывает, если дрель заклинит, на F ее перезарядить, понял, Костя? Я перезаряжаю. Ага. Доски заколотите, пожалуйста. Вот, иди сюда, ты мастер. Ага, да, я тут. Вот смотри, колоти вот это, на F, нажми. Так, понял. Евгех, давай ты со мной, Евгех, вот это заколоти. А, нет, слушай, это нам вообще ни холодно, ни горячо. Иди сюда, Евгех. Вот это заколотить можно. Вот это лучше, вот ко мне. Вот эту? Нет, ко мне. Где заколотить? Вот это, видишь? Эй, вот сам, пацаны. Вот она будет нам не очень хорошо. Ядрить, стреляет там. Отлично, и все, я прячусь. Хорошо. Давай. Итак, смотри, Костя, значит, тебе говорю суть, так как ты мало что знаешь. Сейчас вот наша дрель ломает хранилище, да? Угу. И мы уже заходим туда внутрь и начинаем лутать бабки. Так, лечь, я сказал! Вот Костя, они смелые, это... а? Вот бегают. Они, по-моему, тупые. Есть. В
Во, молодец, Костя. Вообще, вот ты молодец, вот прям соображаешь сразу же, молодец. А вниз, давай. Лично, а у меня так. Нет больше кабелей, чтобы связать. А, у тебя только две, у тебя две штуки, как а у меня. А тут бронежилет какой-то лежит, слышишь? Может, не его взять? Не сможешь подобрать его. Hold to take ammo написано. Так, смотри, Костя, дрель я тебе научу перезаряжать, иди сюда. Не бери, это патроны полные, у тебя не полные. А, понял, это ammo, я вот, что-то... Дрель, кто-нибудь перестаркните, а? Костя, я тебя научу дрель переставлять, подойди, зажимай F и переставляй дрель. А, господи, чуваки, мы проходим на Very Hard. Мы сейчас так сольемся, серьезно. Пацаны, мы проходим на Very Hard, мать его, блин, мы тут сейчас копов куча, а вы тут детский сад устроили. А ну-ка давайте дрель рестартайте и все отстреливайтесь, а? А я тут для мастера, значит, обучаю, помогаю ему. В школе его обучать будешь, тут уже отбиваться надо. Это война. Не, ну, в принципе, просто если человек один раз сам сделал, то он сам навсегда это запомнит и все. Если он не сдохнет, тогда он запомнит это на всю жизнь. А если сдохнет, то уже пофиг. Эта игра, в этой игре не так все сложно с управлением, жать на F да на G. Ну, если... Да, я уже понял, тут в принципе все довольно-таки просто. Да, shift там, не знаю, бегать быстро. Да. Отметил. По стандарту, ребят. Сделано. Кого отметил? Если что, вот этим синим, вот отмеченным красным, видишь, да? Вижу. Да. И там они еще, они еще. Электричеством лупят. Как их отмечать еще раз? На F. Садишься на них и на F английское. Садишься и на F, Женя, он же говорил уже, нормально все. А что-то я нажимаю не это, не отмечается. Прицелься сначала. Только некоторые или как? Нет, да. только такие сильные, которые там либо током бьют, либо джиггернауты такие тяжелые. Все понял. Танки. Дрель. Я рестартую. Дрель чините. Рестартанино. Че тут странно? Я рестартую же, Шет. А, хорошо. Не, ну волна не очень на самом деле сейчас идет. Это пока. Ты кого качаешь, Шет? А, силовика. Шет, да какого? Шет. Да блин, я перезаряжаюсь. Так быстро? Вообще жестко перезаряжался. Может нечто. Сейчас поднимите, спасибо. Поднимаю. Евгех, прикрывай лучше. Там заходят. А, у Шеда вкачивает скилл этот. Какой? Отлично. Шед, ты кого вкачивал себе? Силача, я же говорю. Чуваки, тут эти сильные пошли. Сейчас отобьем. Вот. На, блин, тебе. В голову 300. Ой, вот этих ненавижу, коричневых, они меня бесят. Да, они такие сильные. В них сложно попадать. У меня дробовик есть, если что, я их с одного выстрела могу ему убить. Ох, ё, волна-то тяжелая идет, тяжелая волна. Нормально, держимся. Входа. Господи, тут... Кстати... Прям под пуль дурак бежал. Евгех, прикрываю сзади. Так, отлично. Костя, у тебя как дела? Рассказывай. Я нормально, все нормально. Каковы ощущения при грабеже банка? Воу-воу-воу. Ребят. А то у нас подписчики же загнобят за это. Да не за что? Да подписчики не загнобят, просто тут... Ну опять, куда он бежит? Господи, дурак какой-то. Цивилианцы сумасшедшие. Так а за что нас загнобят-то? Мы как бы тут начинающие, не? Меня загнобили. А за что? За что тебе? Сказали, нам заходят тут сбоку! Я убивал мирных жителей и случайность, конечно. Слушайте, тут сбоку много народу заходит, ё-мо! Отбивайся! Там слишком много! Тут везде заходит много народу. Я заложника кильнул случайно! Он там у спецназовцев стоял. Он дурак просто, сдал. Ой-ой-ой. Они прям под пули бегут. Я реально не виноват. О, тут сейчас со щитом через главный вход идет. Отметил щит. Щитовода отметил. Все, убил щитовода. А как похиляться? Есть какой-нибудь способ, потом я что-то сейчас я аптечка. У Хэппизора аптечка есть. Но раны ее еще класть, нет? Или норм? Ну я не знаю, тут, слушай, очень много чуваков идет. Патроны выложите тогда внутри, когда. Для мастера уже это хп мало, Хэппизор. Демастер, это Шет, похильтесь, ребят. Шет, демастер. И Евгех тоже хильте, давай. Не-не-не, там она так на двоих. На двоих же только ее хватит. Стоп, на два использования она? Да, Костя, доброе утро. Тебя. Костя, а окружность такая, это беленькая, это броня твоя, она сама пополняется автоматически, если что. Да, вижу, там дофига народу зашло опять. 8 секунд, чуваки, почти сломался. Две. Все, заходим, туда патроны скинете. Я уже положил, блин, я тут положил, зря, наверное. Зря. Ладно, если что, у Евгеха еще патроны есть. Да-да-да. Заходим внутрь? Патроны много взяли. Да, чуваки, деньги. Фак е. Все, уходим сразу, Сразу? Волны нет, все, валим. Все. Ой, господи, я бежать не могу. Давай, все, чуваки. Сюда, через другой вход, не Шет? Не. Вот, тут нормально. главный. А, со щитом парень идет там. Костя, смотри, ребят, ну-ка я скину. А, пацаны, так, тихо. Хилимся. Проходите, я на себя всех агрю. Ты какого черта сумку скинул-то? Да, я вижу, взял, как ты навсегда. Я взял сумку его. Хорошо, Костя, прорываемся. Господи, они со всех сторон. Чуваки, давай. Блин, я лег. Хэппи, подними. Серьезно? Да. Я поднимаю, Хэппи. Я поднимаю, Евгех, прикрываю лучше, у меня скилл вкачивает. Как сумку положить обратно? А, все, она типа сама. Жи, скинуть туда. Все, лезу. Так. Ох, нифига себе, она тяжелая.
Все, скинул. Встаем, встаем, встаем сюда на линию. Сюда, все, отлично, все, все сюда, все сюда. Все сюда. Yeah. Yeah. Ох, нет, да. Подожди, или там еще будет? Не-не-не, мы три сумки там было всего. Нет, вроде нет, все, в смысле, эскейп, да? Эскейп будет еще? Эскейп? Вот, по-моему, нет. Не, уже вряд ли будет, видишь, там. Ну, баланс считаю, да, по идее, все. О, ну, директ норм дадут, ну-ка, 200 ну-ка. Дадут. Офигеть, я столько никогда не вытаскиваю. Сотку. Не вытаскиваю. Фига себе, мне сотку нормально. Дали. Костя, и что, это много? Ну, да. Для тебя много. Для тебя очень много. Сейчас расскажете мне, чего, почему. Скилл поинт, о, два. Лау, мне два левела дали. И скилл поинты, 4 скилл-поинта вроде. У-ху! Карточки затыкать. Я хочу паттерн краски для маски. Ну не, зачем мне это... Оружие! О, мне на Бернете дали... Какую-то штуку мне очень дают. Костя, а тебе карточку красную дали, ты выбиваешь. Выбиваю? Там надо было как-то выбирать что-то еще. Так, ну что, ребят, что делать будем? Я думаю, на этом можно закончить, потому что ограбление прошло довольно-таки удачно у нас с вами. С этим я не могу не согласиться. Вот, на этом все. С вами была команда Last Rise. Это Хэппизор, Евгеха, Шет и Демастер. И всем пока-пока. Всем пока, всем удачи. Пока. Всем пока.